Ты в курсе, что между Херсоном и Волонью новая база надо строить нелегально? Это я знаю. И мы ничего не можем сделать. В новостях посмотрел. Мы ничего не можем сделать, потому что уже большая часть земли управляет, вот эта территория управляется иностранным капиталом. Просто иностранными бабками. Вот и все. Штаты, Азербайджан, Грузия. А для чего база НАТО? Для того, чтобы наркотрафик из МКНа, вот это вот, перевалочные пункты были. Это ж как одна из прокручиваний экономики, ты понимаешь? Или нет? Это, блядь, я все знаю просто. Наркотрафик, блядь, пиздец.